Ансамбль Центра русской культуры сегодня организовал для воспитанников школы-интерната детей с нарушением слуха игры-хороводы, змейку, перетягивание каната. Словом, представил детям весь традиционный фольклор при праздновании проводов зимы. Так легче и лучше передавать культуру и обычаи древнего праздника, считают гости школы-интерната. Воспринимают очень весело, так как у нас игры в основном, которые мы проводим, очень веселые, спортивного характера, очень заводные. Помимо этого, мы еще устраиваем хороводы. Для социализации детей с нарушением слуха руководство школы-интерната приглашает по тематическим праздникам сотрудников силовых ведомств, устраивает концерты с участием тувинских поп-артистов. А дети гостям всегда рады. Рецмангуш, Буян Мангуш, Мирана Иргит, телеканал Тува-24.